не она лучше, ей бы не было равно. Она была бы первой. Даже если бы она его прыгнула в первую половину. Первым делом поздравляем Бирше Атабей с днем рождения, так как вчера ей исполнилось 23. Турецкая фигуристка уже не первый год выступает на серьезном уровне, но таких больших достижений в Европе и мира у нее много. В Европе в прошлом году она была 25. Катает Малагень. Она тоже известна и популярна. На хрип сейчас будет заходить с шагов. Нет, поменяла, сальто сделала. Как Нина Жук, Володя Ковалев. Турецкие танцоры вот-вот, буквально несколько месяцев назад еще работали у нас в Москве. Да, как раз, так сказать, вырастили группу, вот как раз, мне кажется, тренеров, которые сейчас подключились к процессу. Kocaeli'deki arkadaşlarıma gençlik hizmetleri antrenman yaptı.
Ну что ж, Брис Атабей из Турции закончила свою короткую программу, и мы посмотрим сейчас за технику. Ей ставят 26.59, компоненты программы 21.31. Ну и общая сумма у нее сейчас 37.55, это 12-е место. И, конечно, результат не столь велик. Но она лидирует пока после уже исполнения своих коротких программ. Уже 2,5 группы фактически позади. У нас по-прежнему представитель Финляндии, Линдерс, 53.92, достаточно.